Ау, привет, пушистики! Сегодня будет очень много кринжа. Нет, я серьезно. Ой, вспомнил, что будет дальше. В общем, да, я серьезно, такого уровня кринжа я не слышал еще нигде. Ну и не смог пройти мимо. Предлагаю вместе послушать умные мысли школьника Антифури. Ах да, мата будет много. От услышанного можно получить травмы от постоянного фейспалма. Будь аккуратнее. Ну что ж, не будем долго тянуть и начинаем. Рок о печеньке, друзья, поехали! Здорово, сейчас мы их зальем нахуй. Сука, какой-то мудак слил видос с Тархуном родителям моим. Я просто уебу. Евгений, тактики. Школьникам в их говнокостюмы же не видно нихуя. А что мешает тупо сбитый на картонах к ним подойти и пиздануть? 500, они даже не поймут нихуя, кто их пизданул-то. Короче, пиздаем 100%. Мне сейчас в личку написывают какие-то тупые школьники. Не с вопросами, нахрена я кого-то облил, а скорее с вопросами, нахрена я в целом их облил. Чего, блять? Значит, покупаем на него Дианон за 600 рублей, выясняем его адрес и начинаем ему на адрес хуярить, короче, такси. А потом еще и на ближайшей сходке, короче, пиздим его. Окей. Итак, пидорас, диктуй свой номер. Плюс 7, 985, 552, 83, 88. Сука, звони, блядь. Тебе пизда, если позвонишь. Не волнуйся, твой номер я никуда не солью, блядь. Не волнуйся, блядь, клянусь всеми бабками, которые у меня сейчас на Киви есть, ну вот конкретно в данный момент. Блядь, ими, блядь, 20 рублями, если что, этих переведу. Просто, блядь, позвонишь мне, выскажешь все, что ты там считаешь, почему, блядь, фуриёба, это норм. 5 minutes later. Какое уёбище слило мои личные данные. Просто мне до сих пор иногда звонят эти уебаны его, блядь, и угрожают мне называть малолетним школьником-стендофером. Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? Мы нашли настоящий номер, вернее, мы поняли, что он у меня есть, но какой из них хуй его знает. Один из номеров вообще не существует. Другой номер, блять, абонент не абонент. У меня есть еще третий его номер. Короче, вообще доставка была, но так как мы туда наяривали, они номер поменяли. Пизда ему 100%. В любом случае, я его на ближайшей сходке вычислю, блять, и отпизжу. В общем, в любом случае, типа жоп, у меня просто сейчас надо именно его номер вычислить. И давайте все вместе. Просто нашел пиздец эффективную тактику по троллингу этих долбоебов, если есть их номер. Начать хуярить на этот номер телефона, и как только эти дауны отвечают, сбрасывать. Вот тогда. А желательно вообще начать угрожать им. Работает 100%, проверяли, как наши западные коллеги, которые какой-то тёлке так на номер наяривали, она пошла люто менять номер, потому что обосралась с того, что ей школота звонит. Блять, я, короче, ему на стриме звонить буду, тупо чтобы спалить его адрес и его, блять, паспорт. Ой, дурак. Пробить проблем не составит. Во-первых, знакомые в ментовке. Если кто скинет мне 600 рублей, я, блядь, Дианон, короче, проведу. У меня все равно денег нету, я бомж обоссанный. В общем, ему пизда в любом случае 100%. Но это не точно. Короче, абсолютно поебать, сейчас начинаю просто звонить на точно реальный номер, чтобы у него окончательно жопа, блядь, сгорела. И он либо пошел менять номер, он, блядь, нам ответил, и я с ним культурно побазарил. Нахуя, зачем он доебывается до школоты? Вы что, ебанутый, что? Есть охуенная идея купить, короче, сигнальный пистолет где-нибудь из телеграма. Это, короче, ствол как реальный. Менты хер доебутся, так как, блять, это сигнальная ракетница, по сути. И его за 2 минуты можно переснарядить боевыми патронами. Гениально. Блять, слушайте, я только сейчас вспомнил. Выяснил, есть какая-то деревня в Удмуртии, блять. И там, походу, его дача, либо дача его родителей. Я ему, короче, кучу навоза туда закажу, чтобы, типа, чел вывалил, приехал. И там все это воняло, блять. Мне хочется плакать. А, еще этот дебил, как выяснилось, завелся дроном для съемки с воздуха. И если хоть где-то он будет этот дрон применять, то я собью его нахер. Все пропало. А вот как раз-таки этого школотрона отследить будет проблематично, потому что это не кто-то из его друзей, это именно школотрон, которого он нанял для съемок. Ну, то есть там прям видно, что это школотрон, потому что в одном из видосов появлялся вот эта его бывшая, блядь, которая, ну, судя по всему, несовершеннолетняя.
его вообще хер вычислит. Да, это жестко. Что-то забыл в Казахстане. Он сыкло и решил теперь сбежать не на соседнюю улицу, а вообще нахуй в другую страну, чтобы его там точно не достали. Но не волнуйтесь, достанут. У меня даже там есть свои люди. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась. За тобой едут, блять. Последний понедельник нахуй живёшь. Мы что сделаем, значит? Если этот долбоёб, то есть мелкий пищащий идиот, заспавнится хоть на одной из ходок, мы туда приедем. Нет. То мы просто несем ебальник молотком. Да-да, нам удалось беспалевно залутать молоток, и, в общем, ему пиздец. 2 seconds later. Наш план с молотком накрылся медным тазом, но, так как молоток тот я успешно проебал... Я работаю на отъебись, как и все здесь. Короче, пацаны, значит, получается, на этих каникулах мы едем такое проворачивать. В общем, мы к ним поедем на эти сходки, пальнем в них из пневмата, если, конечно, я где-то достану денег на патроны. Это пиздец. Я думаю, на них в целом просто петарды хватит. Особенно, если это жук. Короче, петарда с ракетным двигателем, которая банально там все сожжет к хренам. Нихуя! В общем, пацаны, такой план. Начинаем просто атаку информационную. То, что он в Грузии, для нас это даже плюс. Сватинг устраивать легче будет. Можно вообще везде. На Лурк, ВК, Телеграм. Тогда же ему жопа просто. В чем проблема позвонить в грузинскую ментовку, сказать, что этого дебила оружие там или взрывчатка? Это просто охуенно. Такая хуйня, есть такая тема. Поедем на сходку фурьёвскую и будем ее просто рейдить. В плане не как мы в прошлый раз вообще стояли, сделать вид, что мы вообще рандомные типы, условно какие-нибудь маски нацепить. А когда уже соберется побольше людей, один из нас стрельнет в них сигнальной ракетницей, кинет, а другой, короче, уебет молотком и зальет кого-нибудь перцовкой. Второе уже по возможности. Желательно, конечно, просто уебать как можно больше человек. В общем, кто сможет, напишите. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Короче, я насрал... Ух ты! Молодец! В паблике Алматы. Насрал, короче, в предложку. Жду, пока опубликуют. В общем, скоро, блядь, отряд злых казахов у него в квартире будет заниматься термально-ректальной криптографией. Короче, ему паяльник в жопу засунут. Спойлер, не сможет он ничего сделать против 10 человек. Изи. Тут появился варик подфармить деньжат. В общем, на добытые деньги, а их будет до жопы. В первую очередь будет закуплена мощная винтовка. Охотничья, калибр 7.62. Не надо так. Прикреплю к ней оптику, сошки и пойду снайперить на сходку фурьёвскую. Тупо засяду в каком-нибудь доме неподалеку и буду оттуда по ним палить. Дальнобойностью винтовки 30 метров. Дальности мне хватит. В общем, школоте жопа 100%. Сначала жук, говорю, особый заказ, через 2 недельки у меня будет спецзаказ. Охуеть, мне за него, говорят, 35 косарей дадут, может еще 40 дадут. Подъезд облюбовали так называемые закладчики, курьеры интернет-магазинов. Я еще никогда так не смеялся при монтаже роликов. Спасибо большое, что в мире существуют настолько тупые дети, которые помогают создавать контент и веселят всех фурей. А сейчас будем заканчивать. Огромное спасибо за просмотр. Рок и печеньки, друзья, и до скорых встреч. Я надеюсь, он что-нибудь еще запишет. Это Эрик, веселый енот. Он из мусорки все тащит и тащит и тащит. Веселый енот, рок-печеньки, обнимашки, без хлопот и без забот. Это